Вот будем смотреть как раз маточник. Маточник, в котором... появится... Нет, в котором вот выводили маты. А, в котором выводили маты. Да. Сейчас. Вот. Остался один только. Вот он стоит, висит. Сюда уже пчелы это бороду сами натащили. Его можно убрать, наверное, да? Вот маточник. Уже вышла, что ли, нет? Ничего. То есть вот она вот в этой маленькой, да? Вот здесь, да, здесь было матки такие, они выводили, убрали уже. Вот здесь вот, да? Да. Их уже нету. А тут вот... Вот здесь. Таких. И вот. Сами делали эти мисочки. Вот, вот специальные и сажали, и все. Ага. Понятно. Вот они здесь были матки, вот это еще не вышло. Да, но я понял. Ну, завтра выйдет. Завтра выйдет она уже. А ее как-то надо, ну, поймать, чтобы она не улетела или еще что ли это? Нет, они сами принимать будут. Они уже... Это уже поставлено для, один для них. Оставили. А, для них оставили. Для последней. Ну, да. Последней. Остальные раздали. Остальные уже вот расставили во все. Они еще не вышли, они его уже вывели туда. Специально. Угу. То есть, когда знаю, когда, в какой день выйдет. Вот это маточник. А матка сколько живет? Ну, матка живет. Обычно мы каждый год надо обновлять. Но она может и 2 года, и 3 года быть. Угу. Да. То есть все зависит от того, как мы его вовремя обновляем и так далее. И потом еще ведь для чего обновляют, не просто из-за того, что там матку поменять, а чтобы, ну, более, как скажем, какая-то семья трудяга, а какая-то семья-то не очень, одна вообще может быть ленивой быть. То есть все это зависит, естественно, от кого? От королевы, матки. Поэтому и стараются вот с более хороших семей брать личинки маточные и ставить в другие. То есть, значит, еще раз вот про технологию получения матки. То есть это обычная личинка, что ли, или и в какой-то момент она может стать маткой, или это какая-то другая личинка? Ну, в самом улье обычно закладывают маточник сразу, изначально, то есть где будет матка. А искусственно обычно выводят из простой личинки можно. Но кормить ее надо только маточным молочком. То есть есть некие такие искусственные человеческие уже ухищрения, да, чтобы получить матку. Да.